Полицейские поймали подозреваемых в кражах из гаражей. Стражи порядка подозревают, что задержанные могли обворовать не только челябинцев, но и орудовать по всей области. На этих фото то, что полицейские изъяли у подозреваемых. Среди украденного были, к примеру, автомобильные шины, электроприборы и столярные инструменты. Чужое имущество выносили, вскрыв гаражи специальным приспособлением, говорят в полиции. По подозрению в преступлении поймали мужчин в возрасте 62 и 42 лет. Сейчас они под подпиской о невыезде. Один из них ранее судим за имущественные преступления.